Yesterday we discussed about depression. What is the deep cause of the depression? Вчера мы обсуждали о, говорили о депрессии и обсуждали о причинах депрессии. And then I got a lot of message, a lot of letters, which taught me different causes. И тогда я получил множество писем, в которых говорилось о различных причинах. For example, a few letters talk about a few women who wrote her depression come from husband. Например, одна женщина, которая мне написала, ее депрессия происходила от ее мужа. And also some letters from men who said, yeah, their depression come from job. А также несколько мужчин, которые говорили, что их депрессия появилась из-за работы. Yeah, because not good job, not good salary, yeah, this gave him too heavy life. Из-за нехорошей работы, плохой зарплаты, это все давало ему не такую хорошую жизнь. I'm sure, anyway, there are these kind of reasons. If, for example, you have good salary and you have good job, maybe you don't have depression. И я уверен, что если бы не было таких причин, и у вас была бы хорошая работа, хорошая зарплата, у вас бы не возникала депрессия. And also, if you have a good husband, love you every day, say love you so much, and make a lot of money, maybe you don't feel depression. И, возможно, если бы у вас был любящий муж, который каждый день говорит вам, как вас любят, и была хорошая зарплата, у вас бы не была депрессия. But the situation is, nobody can be sure the whole life you always have good job, always have a good lover. Но ситуация такова в жизни, что никто не может быть уверен, что у вас всегда будет хорошая работа или всегда будет хороший любящий человек. Yeah, let's think. Why many people who have the same condition, yeah, a social condition, commercial condition, you get depressed, others didn't get depressed. Но давайте подумаем, почему некоторые люди, у которых имеются хорошие условия и с коммерцией все хорошо, а у других такого нет, но у них нет депрессии. And also, as we know, yeah, some women said, my husband depressed me. Okay, why there are so many divorce cables? The woman didn't get depressed. Также встречаются женщины, у которых нехорошие мужья, и встречаются такие, которые уже разведенные, и они впадают в депрессию. Probably the direct reason, what we feel, that is from husband, that is from job, that is from the commercial reason. И, скорее всего, эту депрессию мы чувствуем из-за мужей, из-за работы, из-за ситуации, связанные с коммерцией. But maybe
not direct reason. Yeah, can be others. It's not because job, not because the man. Но, возможно, и не прямые причины депрессии, например, не из-за мужа и не из-за работы. Let's think in this way. Yes, some company built a bridge. If Давайте... all the human being to work through it, it's no problem. И давайте рассмотрим такую ситуацию, например, какая-либо компания строит мост, и если все люди слаженно работают, проблем не возникает. Yeah, that's good. But suddenly one day there is a big tank, yeah, runs through the bridge, and the bridge damaged. Но в один день проезжает огромный танк и ломает этот мост. Yeah, because the tank is too heavy. Потому что танк слишком тяжелый. And so at the beginning we think, oh, that is because the tank is too heavy. But if we deeply search the reason, that is because the bridge have been made not strong enough. Сначала мы думаем, что это случилось из-за танка, потому что танк тяжелый. Но когда мы рассматриваем эту ситуацию более подробно, то обнаруживаем, что просто мост был недостаточно хорошо построен или недостаточно сильным построен. Yeah. Certainly, as a bridge, definitely there are some parameters, how much weight they can bear. И, конечно, для такого моста есть определенные параметры, какой вес он может выдержать. But anyway, with same weight, some bridge can be made not so strong, and then this bridge can be damaged. Но, конечно, существуют и такие мосты, которые хорошо сделаны, но они не могут выдержать такой вес, и затем они ломаются. So with this point of view, a depression, we need to analyze the cause. It is really because this cause or because you are so weak. И с точки зрения депрессии нам нужно рассмотреть эту причину. Случается ли из-за депрессии из-за причины или потому что вы слабый? If you have no way to determine how the tank weight is, you have no ability to stop tank to go through the bridge, and you have to strengthen the bridge. И если у вас нет возможности измерить вес танка, и не знаете, какой вес может выдерживать этот мост, то в этом случае вам нужно усиливать этот мост. This is the idea. What we are doing, how we protect ourselves from the depression. Это идея того, что мы делаем и как мы защищаем себя от депрессии. We strengthen ourselves, our mind. We increase the power or the force of mind force. And then with same kind of force, pressure from outside, we will not get depressed. В этом случае мы усиливаем себя, укрепляем нашу силу ума. И благодаря этой силе ума внешние причины не будут на нас так влиять. And also I got many letters who, yeah, just tell how to heal depression. А также я получила множество писем, в которых говорится, как лечить депрессию. Depression sometimes like get cold. Maybe you are influenced by some emotion and suddenly depressed. And then when the environment changes, maybe you can recover.
Депрессия – это как простуда. Возможно, у вас была какая-либо эмоциональная причина, и затем вы заболели. Но когда окружающая среда меняется, вы выздоравливаете. And also we analyze the deep cause, what can make people depressed. А также мы анализируем, что держит людей в депрессии. For example, we said selfish can be one of the cause deeply. Например, мы говорили, что эгоизм может быть одной из глубоких причин депрессии. If you are not selfish, you love people, you don't want to get something back, you give all your care to others, you don't care if other people care for you, you respect everybody, and you are not so care about if somebody respects you. And then in this way, nobody can give you depression. И если вы не эгоистичны, если вы можете делиться своей любовью и заботиться о других, помогать другим людям, и если вы не ждете взамен, что кто-то также будет о вас заботиться или благодарить, и в этом случае, когда вы ничего не ожидаете, у вас не будет депрессии. About 10 years of work in Seattle, Healing Heart, I really found, a lot of people get depressed or have depression. In general, their condition is good. Physical condition, commercial condition, social condition are very good, but still they have depression. И относительно моей десятилетней работы в Сиэтле, я обнаружил, что даже несмотря на то, что у людей хорошая окружающая среда, условия, все в порядке с физикой, коммерцией, но все равно, в целом все в порядке, но все равно у них возникает депрессия. Other committee, for example, like American Indians, their committee, in general, their living condition is not good. Many of them have much worse social, commercial conditions, even have low educations. But when I'm talking with them, they always smiling. You just feel they are very light. They don't have the mind who bears so heavy stuff. А другие жители других сословий, например, индийские американцы, у них нету таких жизненных условий и такой коммерции, но они кажутся легкими, и кажутся легкими потому, что они не держат или не носят на себе столько тяжестей, забот. Они все время улыбаются. Yeah, that's very interesting. That also led me to understand that depression connect with husband, connect with wife, connect with family, connect with your job, their social conditions, but this is not deep cause, not the real cause. И, конечно, возможно, депрессия и связана с какими-либо условиями жизни, мужем, детьми, работой, коммерцией, но кажется, что это не является глубокой причиной депрессии. Yeah, also I met some woman, the husband, divorced with them. And what they think? They say, okay, anyway, I can make my life better. И также я встречал женщину, которая развелась со своим мужем, но она говорила, ну хорошо, я все равно могу сделать свою жизнь лучше. Definitely, they felt very sad.
even they are depressed, but they don't get that sickness depression. И даже несмотря на то, что они чувствовали себя грустными, все равно они не получили такой глубокой депрессии. I'm sure everybody knows our world always have troubles. Я уверен, что в нашем мире есть те, кто могут испытывать проблемы. Our world always give us not satisfied things. В нашем мире мы всегда можем быть чем-то недовольны. That means nobody will be always satisfied about the condition. И это значит, что не будет такого, что каждый человек будет удовлетворен условиями. So we need to understand this is human being. We definitely have troubles, have sickness, become old. И нам нужно понимать, что это человечество, которое всегда будет иметь какие-либо заболевания, стареть. Don't complain some people else. Yeah, don't complain external condition. Don't complain you don't was born your rich family. Не жалуйтесь о своих внешних условиях, не жалуйтесь, что вы не были рождены, например, в богатой семье. Не жалуйтесь о своем состоянии. Thanks God, we have sunshine. Yeah, we have the condition to survive, to live. We can make ourselves happy. Слава Богу, у нас есть солнце над головой, у нас есть условия для того, чтобы жить. Мы можем делать счастье. So, the wise person always make yourself satisfied about external conditions. И мудрые люди, они всегда будут способствовать тому, чтобы удовлетворяться своим состоянием. The wise person always strengthens self. И мудрые люди всегда себя усиливают. So this is the way. When we strengthen ourselves, when internal ourselves becomes so powerful, we always feel peaceful and happy about external world. И это означает, что когда мы работаем над собой, усиливаем, укрепляем внутреннее состояние, то мы всегда будем мирными во внешнем окружающем мире. You can use different method. Anyway, let your mind stronger, understand strong more, and accept more troubles. Вы также можете улучшать свой ум, больше понимать и принимать проблемы. And always try your best, make you feel happier. И всегда старайтесь максимально из своих возможностей чувствовать счастье. Okay, so now let's again strengthen self. А сейчас давайте снова укреплять самих себя. You simply relax, visualize yourself who stay together with the body. Вы просто расслабьтесь, визуализируйте себя такого же, как и ваше тело. So visualize
self who is as big as your physical body. Визуализируйте самих себя настолько такими же, такого же размера, как и ваше физическое тело. Okay, now let's meditate. А сейчас давайте медитировать. Visualize yourself as a transparent light figure. Визуализируйте самих себя как прозрачная светлая фигура. As big as your physical body. Такого же размера, как ваше физическое тело. Okay. Relax. Расслабьтесь. Visualize self as a transparent light figure. Визуализируйте себя как прозрачная светлая фигура. Okay, that's all for today. See you tomorrow. Хорошо, это все на сегодня. Увидимся завтра.